если вы планируете сформировать новую грядку клубники, то самое время позаботиться о посадочном материале. Посмотрите на свою плодоносящую грядку с земляникой, и если вы видите, что на кустике ягоды ровные, красивые, большие, не повреждены долгоносиком, земляничный клещ не поработал над ягодками. Также другой вариант – это листики у земляники должны быть зеленые, не больные, глянцевые. Тогда этот кустик мы должны пометить. Возьмем шпагат, помечаем этот кустик. И с этого кустика мы будем брать посадочный материал, конкретно усики. Все, пометили. Смотрите, уже кустик земляники дает усы. На что я хочу обратить ваше внимание. Берем усик первого порядка, но берем такой усик, который мощный, жирный, то есть который больше всего вам понравился. Вот смотрите, тоже уже усик образовал розеточку. Вот эти усики, которые тоненькие, нам их надо просто удалить. Они будут отнимать силу у растения. В ущерб плодоношения, в ущерб того, что надо питать вот этот хороший, мощный, хороший усик. Что мы будем делать? Укоренять данный ус. Каким образом? Делаем небольшое углубление в грядке. Проливаем его. Берем стаканчик. В стаканчик мы поместили почвогрунт. Почву прольем в стаканчике обязательно. Сейчас водичка впитается. Подождем немножечко. Землю можно придвинуть к стаканчику, чтобы не было пустот. Та земля, которая у нас с лунки. Подсыпем еще земельки. И возьмем тот ус, который мы будем укоренять. Вот оно, усик. Как будем укоренять? Для того, чтобы усик не выскочил, мы приготовили вот такую шпильку из проволоки. И аккуратненько прижмем усик почвогрунту. Он уже у нас не выскочит. И еще обратите внимание на что. Мы розеточку, сердцевину усика не засыпаем почвогрунта. Земельку вот так вот немножечко утрамбуем. Все, в течение 2 недель у нас усик укоренится, и вы можете уже формировать новую грядку с земляникой. Удачи вам!